сейчас, извините, одну секундочку, буквально мне нужно каким-то образом магически подключить зарядку к нашей... Бразок сейчас атаку Айовы. Ну, команда его проиграла Алабаме Булдогс в 1-8. Завис бросок Берзавров. Став Берзавров дальше. Я вам представлю. 91 номер также игрок. Ничего себе. Это Байматов. Так, в остальном здесь игроки, которых я смотрю, не помню, но Рыбаков Григорий номер 23. Номер 12. Алексей Героев, он, кстати, полная. И здесь сейчас подбор после неудачного броска своего сокомандника забирает Айовы. И вторая попытка. Вторая попытка. Мионов, Тупий и 25-й номер. Меджидов Данил. Забивает еще бросок Кивозаврами и достаточно... Попадает сейчас первый бросок Семенов. Второй бросок от него заходит кольцо и заметил, когда мяч проходит сетку в обратную сторону. Завис сейчас бросок Тупе. На дугу и из-за дуги 23-й номер команды. Берзанов промахивается. Григорий Рыбаков с футбола, тут Байматов, Ислам. Партийц появляется в составе Берзанов с Решетником. Началась потеря, очень ранняя потеря. Тамшаков отдает пас на Космынина, и Андрей забивает трешечку. Андрей смотрит еще по фри. Здесь, значит, выбили у Андрея Космынина. Ну, а тут Семенов уже. Семенов прошел, даже сделал у Семенов. Прошел под кольцо снова. Добавил у. Ну, главное, забил. Его используют, но при этом она имеет такую еще историю интересную. В общем, не знаю, буду столько говорить. А тут прилетает такая трешка. И, наконец-то, дальше мы будем тут убегать, то мы не увидим вторую половину вообще. Знаете, как интересный баскетбол в второй половине мы не увидим. Просто потому что, если посмотреть на темп, с которым играет МГПУ, это, по-моему, просто то, зачем не убежит ни одна команда. Понравилось, но не знаю, смогут ли они держать так дальше и выигрывать этим матч. Забита трешка. Вот и ответ от Берзавров. Давыденко влетел сейчас в краску, забил два. Вот как раз Давыденко, видите, разогнался. И его лидер показывает. Должен заняться. Забил. Хороший у него подобный момент. Рыбаков. Вот здорово как-то разыгрались пивозавры, когда я начал в надо. Так и надо, чтобы была у нас отличная игра. Байматов забивает сейчас и огрызается. Так посмотрел. Семенов бросает три. Есть. Ну, Семенов вот немножко исправил ситуацию с Бесаков, но попади. Достерина тут на Рыбакова, и Рыбаков не забил. Забивает сейчас Героев. Круто. Мы забьем больше. А не мы заставим вас забить сколько. Джамал забивает сейчас 2 очка. Джамал всегда играет как вот. Первый штрафной. Команда вернулись на паркет. После тайм-аута не знаю, сильно ли поменяется игра МГПУ. Может, мяч. Ну, интересно, стоит на защиту МГПУ. Давайте лучше на атаку Айовы поглядим. Бросок из-за дуги. Туда! Забивает сейчас. Джамал забивает сейчас. Второй бросок тоже есть.
тянет МГПУ, это их скорость. И конкретно именно умение их скореров. То есть у них из скореров есть Байматов, есть Семенов. Они очка за эту игру. Бросил 3 раза всего. Семенов. Забивает сейчас. Первый бросок. Второй бросок тоже точно. Первый бросок не попадает на любой номер. Второй бросок есть. И теперь владение. Передача в угол. Давыденко мяч получил обратно. Вот это да! Давыденко как здорово врывается. Бросок от... Ну что же, дорогие друзья, мы вернулись сейчас с вами. И здесь забивает Костелин сразу в самом начале третьей. В любом случае, любая нецензурная брань наказывается циклическим, по идее. Забивает героев. Давыденко на Рыбакова. И Рыбаков не забил сначала, а потом сам подобрал и забил 2. Справился, знаете, ну такое, мне кажется, случается даже самым опытным игроком. Это фол. Это 2. Ничего себе просто. На паркете появляется еще не выходивший Александр Кривко. Один бросок сейчас от Рыбакова первый. Ну, промажет, в смысле, сейчас. С этих штрафных, ну, рассчитывать не приходится все-таки. Забивает первый Семенов. Вперед. Очень это заманчиво звучит. Давыденко бросает из-под кольца с сопротивлением и добавляет 2. 39-32. Панишу подает передачу на Давыденко. Вот оно. Это даже просто жесть. Панишев подает передачу на Героева. Героев на Панишева. Панишев! Какой шум! Потерял в итоге, потерял. Хорошо, что Душенник обещал. Еще 2 очка. Я не знаю, были ли у МГПУ матчи, где они сбивали 1 очко за четверть. Ну вот Муса меняет это. Муса поменял эту ситуацию и забил. Ну, вторая встреча даже будет интереснее, потому что там будет именно решаться уже проход. А тут пока интересно, чем закончится игра. Все-таки Муса Джамал. Минуты. Четвертая четверть забьет больше, чем за всю третью. Это будет забавно. Ну, пока 3 очка забито у МГПУ. Все 100% на площадке. Байматов через руку Героева. Ну, такое не контрится. И дальше, если видит хотя бы хоть насколько-то свободный путь, превращается в электричку. Абсолютно по рельсам просто вмещает краску. 10 очков, третий результат команды. Но там у него 10, у следующего 11, потом у топового 12. Оу! Байматов Ислам. Кого мяч введен? Семенов. Отдает на Байматов еще раз! 3 подряд! Ислам, тайма! Перехват сейчас от команды. МГПУ-2 и забивает снова кто? Ислам Байматов. Это был бросок со штрафа Байматов. Он не чувствует сопротивления. Байматов подбирает мяч. Байматов передача на тупе. Немножко прерывает он свой. История для команды МГПУ-2. У них есть вот Муса Джамал. Нужно просто смириться с тем, что этот великолепный стрик, эта серия, к сожалению, закончилась. Семенов! Новая началась! Вот так вот! И не выходит играть. Что, да еще и много вообще игроков, которые заявлены, либо вообще не поиграли, либо поиграли совсем немного. На Джамала, Джамал на Семенова. Меджидов ставит заслон, можно, нужно. 3, бэнк, все.
просто стреляет. Сейчас Лыгин забивает сейчас. Скукун уже бросил их за игру. Такое чувство, что он их бросает по 4 в минуту. Да невероятно просто. Копытенко бросков. Ну как всего, но для его стиля игры это всего. Он мог бы 30 бросить, если бы просто часть. Семенов. Придача отдает сейчас на Космынина. Андрей! 3! Заговорки на фейсерном стандарте. Да-да-да. Два из них начальника. Конечно, МГПУ сейчас за дуги загрузили так, что мама не горюй, в общем. Ну, такая история, просто летит раз за разом, трешка за трешкой. Близкая защита от Героева, но фу, там не увидели, тупи из угла. Без комментариев. 16 попыток, 12. 9 из 13, все попали. Забьют. Семенов. Вот это сейчас передача от Тупи, а Тупи добавляет 2. Замена. Минута остается. Чистая минута. Забит первый бросок. Сорок очков против 9. Такой у нас счет в четвертой четверти.